Привет, друзья, с вами Ваимс, это мои планы на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года. На этой неделе продолжаем RL1 Run в Elden Ring, заканчиваем уже, скорее всего, Control, и также начинаем, пробуем, смотрим новую игру, которая выходит на этой неделе, это Steel Rising. Это новая игра от студии Spiders, которые сделали Gridfall пару лет назад, и до этого они сделали еще несколько разных игр, которые все были довольно не очень. Gridfall, насколько я помню, был вполне нормальным таким, не супер хорошим, но нормальным. Ну, может быть, в этот раз будет лучше, и у них получится хорошая игра. В общем, мне хочется посмотреть, разобраться, и, может быть, потом пройдем ее на стримах, если она окажется норм, если нет, то нет. Ну да, конкретнее, что касается расписания, то в понедельник Elden Ring, RL1 Run все еще, там осталось два ключевых босса, которых нужно убить, но я также хочу убить еще пачку дополнительных опциональных, так что на несколько стримов еще игры должно хватить. Во вторник ничего. В среду Control, в котором в воскресенье начали проходить первое DLC, но не закончили даже это первое, оно довольно длинное. И там еще есть второе, так что я думаю, на два стрима, наверное, еще игры. Ну, как минимум на один точно. Так что продолжаем первое DLC Control. А в четверг снова ничего. В пятницу, собственно, Steel Rising, потому что оно выходит в четверг. Но в четверг без стрима, так что в пятницу посмотрим, как оно и что оно из себя представляет. В субботу снова Elden Ring. И в воскресенье, скорее всего, Control продолжится. Или, может быть, Steel Rising, если он зайдет прям хорошо. Даже, типа, если он очень хорошо зайдет, но при этом Control еще не кончится, то, скорее всего, все равно будет Steel Rising в воскресенье, а Control уже допройдем потом, на следующей неделе. Или, если Control закончится и Steel Rising норм, то тоже Steel Rising в воскресенье. Если Control не закончится и Steel Rising не норм, то Control в воскресенье. А если Control закончится и Steel Rising тоже не норм, то, наверное, вообще ничего в воскресенье не будет. И продолжим Elden на следующей уже неделе, а что-нибудь еще тоже начнем на следующей неделе. Как-то так. В общем, в итоге понедельник Elden, среда Control, пятница Steel Rising, суббота Elden и воскресенье пока непонятно, но, скорее всего, либо Control. Ну, точнее, точно либо Control, либо Steel Rising, либо ничего. Но пока непонятно, что именно из этого. А как получится. Все стримы в 18:00 по Москве. Все стримы на Твиче. Ссылки все в описании. Все как обычно. Что касается видео, то тут Факторка, Soldiers, Battle Brothers. Может быть, Нио 2. Я все никак не могу найти время, чтобы записать там что-то. И также у меня есть еще там в планах некоторые вещи, я тоже не могу найти время, чтобы их записать. Так что это как получится. Но Факторка, Soldiers и Battle Brothers явно будут на этой неделе на видео. Ну и, собственно, да, такие планы. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваимс. Пока.